сравнении с предыдущей неделей количество обратившихся лиц по поводу присасывания клещей возросло на 68 обращений. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого 2018 года, то количество обратившихся лиц меньше на 41%. Обратились за медицинской помощью от укусов клещами 109 человек за неделю, из них 62 ребенка. По данным еженедельного мониторинга, за неделю случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в республике не зарегистрировано. Зарегистрирован один случай клещевого боррелиоза в селе Сутьхоль. У взрослого 56 лет. В черте Сутьхоль получает антибактериальное лечение. Общее состояние удовлетворительное. Против клещевого энцефалита всего привито около 12 тысяч человек. Вот эти профилактические прививки против клещевого энцефалита – один из наших сезонных приоритетов этого периода. И проблема, значит, Кимовна обозначила, по детям, если мы планируем 17 670 детей привить, значит, всего закуплено 22 тысячи доз, вакцин 22 749, значит, соответственно, значит, по детям почти 60% значит, проведена вакцинация от плана, настораживает, значит, среди взрослого населения, значит, привито 1515 человек, что составляет 30% от плана, значит, и, значит, из особой группы риска заражения привито 693 человека, что составляет 16,8% плана. Значит, 4103 человека у нас должно быть привито. Значит, соответственно, прежде всего, это ответственность руководителей тех организаций, в которых работают эти лица из групп риска. Значит, вакцина, значит, в аптечной сети, значит, и в поликлиниках она есть, значит, поэтому призываю коллег, руководителей организаций, в которых есть вот работники из групп риска, обратить на это внимание. Глава Тувы отметил, что Министерство здравоохранения республики обязано активнее проводить прививочную кампанию и поручил взять этот вопрос на особый контроль. Своему заместителю Шалбану Хопуя глава региона поставил задачу проконтролировать всех, кто работает в лесных массивах, чтобы прошли профилактическую вакцинацию.